Сегодня мы подписываем указ о награждении Александра Григорьевича Лукашенко орденом Гейдар-Али. Он всегда в своей жизни уважал достойных людей, людей, которые ведут себя по-мужски, которые держат слово и на которых можно положиться. И думаю, сегодня это тоже символично, что здесь, в Азербайджане, в стране, которую по существу Гейдар Алиев создал, его друг, руководитель братской Беларуси, награждается орденом, который является высшей наградой азербайджанского государства. Я тебя очень благодарю за нашу дружбу. И вот поверь, что я это ценю. Я отработаю. Спасибо.